Что, сегодня первый день СДЧ. Вот, к сожалению, вот такая погодка на квалификацию будет. Ну, на самом деле, тоже что-то в этом есть. Марк готов, гонщик готов. Все починили вчера. А я отправляюсь на судейку и буду вот оттуда вещать вместе с Петровичем. Так что смотрите квалификацию ВКонтакте в группе Сочи Дрифт Челлендж. Так, ну мы уже в судейке. Ссылочку прикрепляю на трансляцию. Смотрим. Флай комментирует. Арсений судит. Ну и с нами Аркадий Петрович. У нас вот так вот гоночки сегодня. Значит, эксперимент второго этапа. Она, кстати, прошла 16 января. Он позовет на дрифт. Вот я здесь. Это действительно для меня новый опыт. Это действительно крутая дисциплина. Раньше я, ну, как бы скептически к этому относился. Ну, что там, боком, что там. Легко ездить, но на самом деле это действительно сложно. Надо знать машину, надо привыкать, надо тренироваться. Но отдельные слова благодарности я хочу сказать Дмитрию Семенюку, который все 4 дня провел здесь со мной, который меня тренировал. Вот, нас врезались, даже я один раз попробовал бетон на вкус, но, слава богу, не сильно. А это все за кадром. Всем здрасте. Так, ну а мы что, кувалу откатали, точнее обсудили с Арсением. Ждем брифинг. Сейчас всем расскажем, что да как ехать в парах завтра. Ну вообще, ребята молодцы. Валили на славу. Ну а мы судили по чесноку, да? Никому не подсужил? Нет, и я никому. Я даже занижал где-то. Так, а мне тут от друзей из Кальвир Рейсинг, в частности, Степа Земцев подогнал подгонщики. Вот такой замечательный мерч. Корвилевский. Долго ждал. Ну, появился. Что, две одинаковых? А, одна мне, наверное, другая Гали. Есть такое подозрение. Спасибо большое. Степа и Корвиль. Так, а мне тут от друзей из Кальвир Рейсинг, в частности, Степа Земцев подогнал подгонщики. Вот такой замечательный мерч. Корвилевский. Она, кстати, прошла 16 января. Он позовет на дрифт. Вот я здесь. Это действительно для меня новый опыт. Это действительно крутая дисциплина. Раньше я, ну, как бы скептически к этому относился. Ну, что там, боком, что там. Легко ездить, но на самом деле это действительно сложно. Надо знать машину, надо привыкать, надо тренироваться. Но отдельные слова благодарности я хочу сказать Дмитрию Семенюку, который все 4 дня провел здесь со мной, который меня тренировал. Вот, нас врезались, даже я один раз попробовал бетон на вкус, но, слава богу, не сильно...